И всем привет, дорогие друзья, с вами Макс, узнает здесь на Game Show. В этом видео я покажу, как сделать вот такой замечательный холодильник в Minecraft Pocket Edition 0.14.0. Для этого нам понадобится раздатчик, железная дверь, кнопочка и какая-либо еда. Нажимаем на кнопочку, вылетает дверь. Нажимаем на другую кнопочку, вылетает курица. Если вы хотите использовать не раздатчик, а выбрасыватель, пожалуйста, работа механизма от этого не изменится. Давайте же приступим к постройке нашего механизма. Для этого мы берем любое дерево, у меня это будет хвоя, и раздатчик. Далее мы все это вводим в рамочку, ну, такое обрамление, так скажем. Вот мы сделали. Далее мы должны взять железную дверь и поставить ее вот таким образом. Нет, немного мы не так поставили. Ставим раздатчик обратно. Вот так надо ставить. Да, вот. Все правильно. Ставим кнопочки. Вот как мы. Вот мы поставили. Нажимаем на кнопочку верхнюю, вылетает курица. Ставим, нажимаем на другую, вылетает стейк. Эту постройку нельзя назвать механизмом, а в то же время и можно, потому что тут используется раздатчик, кнопка и железная дверь. Но тут не используется редстоун, и этот механизмик очень-очень-очень простой. Построить его может любой, просто любой-прелюбой. Ну, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. С вами был Макс. Всем пока, до новых встреч.